Добрый вечер, ваш выбор, телеканал «Узбекистан Тарыхы». В эфире передача «На перекрестках истины». 1 октября в нашей стране широко отмечается очень важный праздник – День учителей и наставников. Дорогие телезрители, поздравляю вас всех с этим праздником. Начинаем нашу беседу. Знакомьтесь, у нас в студии гость. Учитель истории 209-й школы Мирзаулбекского района города Ташкента Иманходжаев Бахтияр Караматуллаевич. Рады вас видеть. Спасибо. Поздравляем вас с праздником, конечно же. Спасибо, спасибо большое. Бахтияр Караматуллаевич, на сегодняшний день во всем мире очень возрос интерес к исторической науке. Как вы думаете, сегодняшний уровень преподавания истории в средних образовательных школах соответствует спросу учеников? Учитель, профессия, она древняя. И в этом плане профессий много же. А педагогам, учителям в обществе всегда ставили высокие требования. И это зависит от того, что педагог, учитель, он передает накопленные знания, опыт следующим поколениям, в этом плане большая ответственность всегда лежит. И на сегодняшний день это тоже не исключение. Также перед учителями стоит, вот, даже вот вопросы задаете, поднимаете тему, большое требование перед нами. Ну, скорее всего, зависит в прямом значении, если думать, получается как. Когда родители выбирают школу, обращают внимание именно на состав учителей, спрашивают, кто преподает, и так им-то хочется, чтобы отдали детей в руки надежных, мудрых педагогов. Конечно. Ученик, когда приходит, первый урок, когда заходит, внимательно смотрит, изучает, потому что дети — это такие еще психологи. Да. На вторых-третьих уроках они уже начинают так же вести, как вы себя показали. И в этом плане знания не только теоретического материала, а также основ преподавания, методики. И учитель также еще должен быть психологом. Там, где работаю, бывают и ошибки, но мы работаем над ошибками. И этот процесс воспитать поколение, приходит 11 лет в школе, находится, долго занимает. Невозможно посадить семена и тут же взрастить. Конечно. Время необходимо будет. И в этом плане учитель, работая с учениками, также работает над собой. Думаю, что в первую очередь зависит от того, какую работу над собой проводит преподаватель. Бахтияр Караматуллаевич, вот вы с 2005 года в сфере образования. 2005 года. Да. И вы говорите о требованиях, поставленных перед учителями. Меняются. Меняются эти требования? Требования меняются, потому что мир сейчас настолько быстротечен, процесс глобализации, в мире такие события происходят, не успеешь под глазом, как уже новое событие. И, соответственно, в связи с изменением в мире во всем, каждое общество пытается адаптироваться. Например, в последнее время в нашем государстве уделяется огромное внимание учителям, условия создаются для их работы. Соответствует данным требованиям, например, новая школа, поколение новых учебников, допустим, новый ренессанс, третий ренессанс в истории Узбекистана. И учитель, получается, соответствует, должен, соответственно, меняться. Меняется время, это резко отражается и в школе. Сразу же видно поведение детей. И быть в тонусе, быть в курсе событий требует от учителя достаточно многого. Да. Вот вы преподаете историю, извините, преподаете историю, да? И, ну, история — это такая наука, как археология, не стоит на месте, правильно? Находки, там тоже меняются события. Вот когда вы преподаете такой, ну, такую тему, где есть пробелы, где есть спорные моменты, как вы это доносите ученику? Я тоже изучаю процесс, пытаюсь быть, и всегда в каждых, допустим, истории древнего мира, средневековья, новая история, допустим, как продолжалась история в ханствах, как в период независимости. И изначально, получается, сначала нужно было, чтобы преподаватель просто давал эти знания. В основном так заключалось, если изучать, смотреть толковый словарь, учитель — человек, который учит чему-то. А на данный момент учитель уже давно не единственный источник информации. Да. То есть ребенок может и кроме вас найти информацию, и такую информацию, что сами удивитесь, что такие события есть. История, она огромный период охватывает, и во всем
знать все, наверное, все-таки стремиться к идеалу нужно, знать все все-таки сложно. Вопросы, когда задают, иногда ответить не можешь. Тогда нужно подумать, ответить, правильный подход выбрать, а потом сказать, я подумаю, посмотрю, свою версию сказать. А по поводу пробелов, бывают моменты, допустим, учебник рассказывает события, какая часть пропущена. А бывает, что именно вот эта часть, она самая актуальная, самая интересная. В этом плане даем информацию. А если, допустим, видите, в одном источнике сказано так, в другом источнике сказано так, это тоже от чего зависит. Допустим, период правления, ну, к примеру, истории Шейбанидов, взаимоотношения Шейбанидов, Тимуридов. Мухаммад Шейбанихан свергает государство Тимуридов, основал новое государство. И в этот период основной источник, который дает про его жизнь, это Мухаммад Салих. Он излагает события про Мухаммада Шейбанихана не объективно, он больше его хвалит. А к периоду Тимуридов относится, он их критикует. То есть в этот момент тоже нужно смотреть, как предоставляется источник. Объективно изложено или нет. А потом, в таких случаях, тогда еще нужно, наша задача стоит какая? Опять же, не просто дать информацию, а уметь мыслить, анализировать, сравнить эти события. Это очень важно. Очень. В интернет зайдете, противоречащих событий, они еще такие же. В одной стороне эта история подается так, в другой стороне это так. Где-то аспект раскрыт, где-то пропущен. Например, вот еще пример, восстание Фрады в Маргияне, 522 год до нашей эры. В то время правил один из великий правитель Дарий I, оставил записи бейсунской надписи. Там есть, как против него восстали, он отправил сатрапа Бактрии до Даршиша, и он это восстание подавил. Так хотел я, Дарий, царь. А другое событие, как он совершает поход и в Среднюю Азию приходит, и как его войско погибло, он об этом умолчал. Это событие уже ребята, ученики знают хорошо, подвиг Ширака. Подвиг Ширака описан другим историком Полиеном. И вот вопрос встает, смог ли Дарий подчинить Среднюю Азию? Восстание Фрада подавляет Маргиана, подчинено, соседние области, где проживают саки, не подчинились. В таком случае уже нужно, по-моему, уже предоставить ребенку, детям, он изучит, сравнит, а потом сделает выбор. Задача учителя не насаждать свое видение. Бывают моменты, рассказываю тему, даю задание, прочитайте. Они говорят, нет, учитель, можешь вы сами рассказать? Я так лучше запоминаю. Тип памяти-то у всех разный. Я говорю, нет. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Значит, растем, интерес рассказываем, информации хорошие. А с другой стороны, это мое видение все-таки. А когда ребенок прочитает, увидит, информацию другую найдет, он приходит совершенно другим открытием. И именно в пересказах детей иногда удивляет, вот насколько они прониклись темой и дают такую информацию, что удивляешься. Ну, работа, видать, ведется. Да, вот вы сейчас говорили, а это мое видение. Ну, материалы. Да, вот такую точку зрения вы сказали. Вообще, насколько важно для учителя истории преподавание урока через призму патриотизма? Быть патриотом значит не всегда охранять оружием Родину. Патриот — это каждый человек, который конечно, во всех живет, сферах это да, можно. Живет, да. Допустим, тот же самый пекарь, тот же самый земледелец, учитель. Если он с души отдается, то он уже патриот. Учитель-патриот смотрит по-другому на исторические события? События. Да. Правильно? Вы согласны со мной? Объективно показывать историю, направить ученика, чтобы он изучал историю, даже прививая интерес. Я думаю, мы уже начинаем работу в этом плане, что воспитывание чувства патриотизма. Почему это говорю? Сейчас большой поток информации, где какая фейковая, вы не знаете. Даже известные авторитетные организации иногда могут в своих собственных целях исказить ту или иную сведения. В этом плане найти правильно, делать правильные выводы, очень трудно. Иметь самостоятельное мышление, это очень сложно. Направляя ребенка на изучение, прививая интерес к урокам, мы уже все-таки закладываем фундамент вот этого патриотизма. Ребенок, человек, еще не сами ваша личность, и в этом плане, наверное,
может легко поверить другим информациям и прийти к неправильному выводу. Неправильный вывод — это уже искажение истории. Искажение истории — это неправильная оценка. А получается, отсюда и неправильно сложенные ценности. Отсюда и, думаю, нарушаются принципы семья, это святое, отец, воспитание в этом плане. На сегодняшний день очень важна теоретическая и практическая деятельность, правильно? Вот как ведутся вообще уроки истории? Вводите ли вы детей, учеников в музеи? Ну, не знаю. Ну, расскажите об этом, тоже интересно. Да, учебный процесс нужно организовать, подготовиться. Просто так на урок уж заходить, это, наверное, будет ошибкой. Даже бывает, допустим, ведете уроки в параллельных классах. Допустим, А-класс, 8-й, А-9-й. Там собрались дети. Ну, бывает так, что подбор, сами не хотите, изначально знаете, кто как учится, но вот сильный класс, но шумный класс. Там, значит, нужно уделять внимание, чтобы порядок был. То есть вы готовитесь к этому классу с одним подходом. Но этот же подход, эту же методику вы же не можете представить в другом классе, потому что другой класс, он более спокойный, но немного пассивнее. И получается, даже одну и ту же тему в разных классах приходится преподавать совершенно разным способом. И в этом плане интересно организовать уроки, это требует еще и мастерства. Быть психологом, использовать не только теоретический материал, то, что в учебнике, дополнить информацию, а также сделать так, чтобы было интересно. Расскажи мне, я забуду, покажи мне, я вспомню. А если научишь, я сделаю сам, то получается освоение материала. На уроках используем разные способы. Часто работаю над собой. Иногда мне кажется, что долгое использование одной методики немного уже мне скучно становится. А вам самому даже? Да, да, да. Часто обращаюсь к детям, допустим, какую методику мне исправить, что скажете. Нет, у вас все хорошо. Нет, мне так не говорите. Вот, допустим, помогите, допустим. Все-таки мы же работаем с учениками. Ученик, он не только же слушает вас и отвечает, он еще живой человек, сам как формируется личность. И у них тоже прошу советы. Но обычно, как уроки я провожу, пытаюсь, чтобы была конкуренция. Я вопрос не задаю. Все исходит из того, насколько материал запомнили. Первый скажешь, один факт. Оценим второй факт, третий. Вот так, пока факты не начнут заканчиваться. А когда факт заканчивается, они начинают уже думать, искать, вспоминать. И в этом плане, кто в конце, ну, кто не смог ответить, он садится. И вот так на убывание. И в итоге, получается, побеждает тот, кто внимательно слушал, кто выводы делал, кто дополнительно спрашивал. Это был маленький мастер-класс для молодых учителей истории, правда, Бахтияр Караматуллаевич? Потому что вы тоже в свое время учились у более опытных учителей. Когда можете вспомнить про них? Многое что взял не только у учителей, у учеников, наставников много. Я всегда смотрю, и если, ну, наверное, мой характер такой, пробую, не получается, не могу. То есть, если я, ну, со временем я все пробовал. Вы знаете, наверное, первые годы мои уроки, лично я так считаю, конечно, были намного интереснее. В 2005 году закончил институт, начал работать, потом приехали в Ташкент. Преподавал на узбекском языке. А 2012 года, с этого года я в Ташкенте живу, и мне пришлось работать над собой, русский язык изучать. Говорить одно, преподавать — это уже совершенно другое, да. И даже смотрел, какие слова используют учителя. Иногда можно обстановку разрядить в шутливой форме. Это тоже очень важно, потому что важно не только подать информацию, важна вообще сама атмосфера. Вспомните своих учителей? Нам интересно. Помню преподавателя Фазынаке. В лицее преподавали. Открыл, наверное, так скажем, заложил любовь к истории. Я, наверное, все-таки был больше наклонность к математике, но вот что-то удерживало,
что-то удерживало, и вот именно, получается, его уроки. Подготовка к Олимпиаде, не только подать информацию, вообще отношение к человеку. Для меня все учителя. Ну, какие-то качества вот остаются в нашей памяти. Вы знаете, вот иногда для своих детей достаточно внимания не уделяем. Как может учитель стольким ученикам одновременно преподавать, давать знания, давать любовь? Это просто фантастика. Педагогов много. Профессий тоже много, но вот учителей и педагогов есть общая черта – это любовь, любовь к детям, любовь к преподаванию. Потому что идете утром на работу, преподаете, после обеда остаетесь, работаете, домой приходите, опять работаете. То есть работа всегда с вами. Иногда дети что-то говорят, я сижу, думаю за компьютером, а сейчас, сейчас, они обижаются. Ты, говорит, постоянно на работе, да. Наверное, без любви это никак. Вот именно человек, который не любит детей, человек, который не любит работать с детьми, он, наверное, в школе долго не сможет задержаться. Бахтияр Караматуллаевич, на сегодняшний день очень большое внимание уделяется образованию молодежи. Также поощряется деятельность учителей. Внимание уделяется, отношение в обществе постепенно меняется, большой поток детей, вот именно постепенно зарплата увеличивается в этом плане, тоже хорошо. Проверочные работы, проверка комиссии уже сократилась, почти их, так скажем, не видим в этом плане. Ну, есть проверка, она своя техническая сторона, а вот тоже возможность есть. Бюрократия уменьшилась. Да, ну, сократилась. Но один момент, сейчас перестали писать порочные планы. Ну, учитель опытный, он, в принципе, может позволить, зная материал. А я бы, ну, мое это мнение, конечно, будет. Учитель, по-моему, должен писать эти планы. Потому что, когда план пишем, работаем над собой. Где, что, как. Даже вот прописать, допустим, 15 минут объяснения. Урок-то он всего лишь 45 длится. Иногда больше начнете рассказывать, на закрепление мало внимания обращается. Электронная доска очень изменила бы уроки. Допустим, однообразные уроки почему происходят? Потому что в этом плане мы не работаем. Допустим, бывает, доска намного что делает. Живое слово учитель никто не заметит, не заменит. А если использовать, используем на уроках, но не так часто. А если вот, смотрите, вам нужна информация, тут же идея пришла, в интернет вошли, включили, есть возможность тут же показать. Вопрос задали, не сказать, а я вам завтра скажу. А тут же вот приняться и вот предоставить. То есть на каждый момент, думаю, технически, ну, потому что еще не во все школы, допустим, та же техническое оснащение зашло. В этом плане. То есть все, что бы могло бы позволить учителю заниматься творчеством. Бахтияр Караматуллаевич, в последние годы в школы вернулись учителя-мужчины. Вернулись. Да. Вот что вы можете об этом сказать? Насколько это важно? Актуальный, хороший вопрос, хорошая тема. Если учитель работает в школе, и после обеда остается и работает, и детей на кружки приглашает, и это, если ему удалось, то он, наверное, самый счастливый учитель. Но есть вторая сторона, финансовые вопросы, когда нужно было из-за маленькой зарплаты мужчине основной кормились, все-таки восточный менталитет, приходилось работать дополнительно. Да. Вот я пошел работать в учебный центр. Ну, опять же, в учебный центр сразу не попадешь, потому что, чтобы чего-то добиться, нужно что-то отдать. Да. Время, усилия, знания. Ну, повезло, пригласили, устроился. Первые уроки, они всегда у нас пробные. Если аудитории ребятам понравится, видят, дальше работаете. Опять же, ответственность, чтобы поступили. На сегодняшний день возвращают учителя, все больше становится учителей. Бывало время, мы когда футбол организовывали, а когда не хватало учителей, дополнительно кого-то приглашали, даже сторожей приглашали, чтобы футбол сыграть. И когда работаете с детьми в футбол, играете в футбол, это другая атмосфера. Отношение лично ко мне у учеников старшего класса изменилось после того, как мы с ним футбол сыграли. Футбол сыграли отдельно учителя взрослые и мы. Сейчас счет 6-2, по-моему, мы выиграли. Они, оказывается, даже думали, что мы даже футбол мяч пинать не умеем. Потом говорят, а вы где играли? Нет, мы просто в Махале раз футбол играли. Потом еще несколько раз сыграли. То есть вот тогда чувство учителя не было. Сейчас состав. У нас
Метод объединения — три учителя. Все мужчины. Это редко. С учителем мужчиной они, дети все равно по-другому чувствуют. Чувствуют как отца в семье они воспринимают, оказывается. Есть это такое, психологические да. тесты, это подтвердили. Если мама любит, учительница любит, она как мама. Отец воспитает. Отец, он по-другому воспитывает. Он может взглядом, только бровью повел, уже понимает в этом плане. Да, конечно. А почему вы выбрали именно эту профессию? И даже направление, именно историю. История. Сильно повлияло на меня все-таки преподавание истории нашего учителя истории. И пошел. Но хотя, знаете, вот осознанно хочу стать учителем тоже не было. Многие, кто выпускает факультет истории, у них еще возможность работать в органах, в других направлениях. Именно вот знание истории, гуманитарных тоже помогает, хороший экзамен проходит. А я потом по окончании зашел в школу. Пришел в школу и настолько увлекся, не знаю, мне уставал очень. А видеть в глазах интерес, как огонь, с каким интересом они. Потом начались олимпиады. Бернар Беляшу, конкурс знаний. Принялся готовить учеников. И за один год на районном этапе ученики 6, 7, 8, 9 класса, в те годы 9 лет, все заняли места. А когда вы добиваетесь успехов, и ваши ученики занимают места, это уже, не знаю, это супер, это финиш, вдохновляет. Конечно. И в итоге не пошел работать в органы, так и в школе остался. Конечно, пользуясь случаем, можете поздравить всех учителей и наставников. 1 октября – день наставника, день учителя. Пусть не устают, также думают и о семье, любят детей, работают над собой. Пусть каждый урок их превращается в сказку, в путешествие. Вас тоже с праздником. Желаем удачи в вашей деятельности. Спасибо большое. Дорогие телезрители, я еще раз напомню, сегодня мы беседовали с учителем истории 209-й школы Мирза-Улугбекского района города Ташкента Иманхожаевым Бахтиёр Караматуллаевичем. Оставайтесь на телеканале «Узбекистан Тарыхы».